В Талдыкургане горит здание торгового дома «Карагаш». Огнем охвачены три этажа правого крыла торгового центра. Сообщение о возгорании на пульт областного ЧС поступило в 12:55. Сейчас на месте работают все городские пожарные подразделения. Дополнительно стягиваются противопожарные машины из близлежащих регионов. Пока степень пожара, по словам специалистов ЧС, классифицируется второй степени сложности.